За 9 месяцев 11 пешеходов погибли под колесами именно в темное время суток. Заметить человека в черной одежде на неосвещенном участке трассы бывает непросто. Товарищ пешеход, можно вас? Да. Пункт 4.1 ПДД Российской Федерации, который гласит, что пешеход в темное время суток вне населенного пункта обязан при себе иметь предметы, световозвращающие элементы. У этого мужчины светоотражающих элементов при себе не оказалось. По закону за это грозит ответственность – штраф в 500 рублей. Как отмечают сотрудники ГИБДД, основная их задача – напомнить людям об ответственности за собственную жизнь. Выдаю специальный светоотражающий элемент, так называемый фликер, чтобы вы были видны на дороге в ночное время суток, если когда вы передвигаетесь, идете домой, на работу. Также инспекторы ДПС доставили мужчину до освещенного участка дороги, где ему уже не угрожала опасность. Такую опцию предусматривает профилактическая акция «Внимание, пешеход». В рамках мероприятия «Внимание, пешеход» сотрудники госавтоинспекции Курской области проводят мероприятия, направленные на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Пешеходам разъясняют правила дорожного движения, вручают световозвращающие элементы, которые позволяют водителю заблаговременно увидеть пешехода, снизить скорость, особенно вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Акция продлится до 20 октября.